О, привет. Привет, здравствуйте. 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 Тебе идет ободок. Ну, смотри, как его надеть. Dundam Вспомнил, что Tyrion раньше ободки такие gazing пластиковые, proudly from its широкие. stone Фильм perch «Робокоп» above the увидел, мы ruin. с пацанами. I lived all my А years in чего that сделали ancient, Саи с rumor-shadowed manor. Дио-Иву? Suggested the Вот mansion так типа itself was надевали. a gateway to some fabulous and unnameable land from the Да, не ravenous надо clutching тырить у мамы travelers. ободок. Только кошелек. Карту. О, страшно. О нет, вы видели? Там что-то было страшно. Погодите, это страшная игра? Я к такому не готова. К счастью, Дилижанс все время подвозит новый персонаж, который ищет приключений и славы. Звучит очень анально. Компания в режиме «Кромешная тьма» не для слабонервных. Вас ждет беспощадная битва со злом, без права на ошибку. Время игры, допустимое число смертей, героев ограничено. В этом режиме нельзя менять многие игровые настройки. Давайте свет, наверное, выберем. Ага. Дойдите до города. Использование карты. Сейчас вы находитесь в комнате. Кстати, у меня сегодня моя любимая кружка, на которой вообще уже нахрен... Нахрен стерся весь принт. Я, наверное, краски пойду покупать и заново рисовать на ней. Вообще ничего не видно. Кто не может разглядеть, написано «Попей говна». Мне пока уже нравятся звуки этой игры, как будто в сталкер зашла. На вебра, ну и потому что в рукаве ношу телефон, так что крайне удобно. Не, у меня вообще просто даже не на вибра, вообще без звука абсолютно. Что это было? Осторожно! Че, убью кого-то, пожалуйста, можешь ходить плавно? А в чем проблема-то? Я просто аккуратно хожу. Набрал сообщение, потом отвлекся, а потом вернулся и сообщение набранное отправил. Это я помню, как-то Мэдисон во что-то играл, по-моему, в Сталкера я смотрела, как он играл. И там что-то произошло, и чел минут через 15 или 20 написал шутку на этот момент. Он такой, чел, ты чё, как ты писал эту шутку? Написал шутку, отошел покакать, а потом отправил ее. Ну, походу, так и было, это была не шутка. Похоже, это вполне реальная история, да? Цель задания. Вернитесь из успешного похода в руины, победить ученика некроманта, победить изученного пророка, победить некроманта. Одна неделя. Ни хрена тут заданий. Вот знаете, вот... Вот все говорят, что, типа, ну... Старшее поколение, да, имеет свойство, что, типа... игры зло, там, они учат жестокости и всякое такое. Ну, блин, игры дают такой нереальный экспириенс просто. Столько всякого всего, мы проживаем столько сценариев, столько жизней, столько жанров. Механик различных пробуем, там, от первого, от третьего лица и чего только уже нету. Ну, в реальной жизни сроду такого не переживешь за всю жизнь. Мне вот часто, когда снится что-нибудь от третьего лица, начинает сниться какая-нибудь стратегия, картишки, я сразу такая... Ну это не прошло просто так. Душманский, у тебя нету пока в армии, так что ты живи. Я была более маленькая, когда была маленькая, делала в Симсе себя и своего вайфу. Создала и забыла. А я, кстати, нет. Я себя что-то даже не помню, чтобы... Ну, может, и создавала, но не играла особо, не знаю. Я стекаю кровью. Ну блин, ребят, потерпите. Выкопана в спешке. Неглубокая могила. Не самое безопасное. Яд, найс. У меня противоядия нет. Яд со временем проходит. Я все собрала, все говно. Я, конечно, сраный гений, но набирала IQ 89+, еще бабки заплатил, чтобы результат узнать. Так что, если ты бабки заплатил за это, то я бы и на 89 не рассчитывала, Кашиджин. Я в 16 лет проходила, у меня что-то было 130, по-моему. Сейчас, я думаю, меньше. Уфа в умная, проходила тест после того, как пописала 100%. Уфа гений. На бум 120 набрала лет в 14. Ну да. Мало, я думала, там минус 10 должно быть. Да не, но на самом деле там на время было, но я время не очень соблюдала. Ну как-то, короче... То ли у меня что-то забаговалось, то ли какой-то тест нашла, который... Ну, не на время, короче, долго над ним сидела, так что... Так, не хочу могилы раскапывать. Лё, какая, лё, сисендуполы. А я что-то не видела. Раньше она тоже сисендуполами была? Сектант-ученик. Я лицо помню, сисендуполы не помню.
По разным тестам у меня 115 SCP. В общем, дебил. Да нет, он ниже 75, по-моему, слабоумие, а так все остальное нормально. Ковид у меня штук 5 отрицательно, беременность не стреляю, по своим на Q ломаю тесты. Q коллективный тест. Это невысокий показатель. Ну, достаточно высокий, да. Вроде средний, еще за сотком. Давайте еще обвинение. Лица неплотные, конечно, неприятные. Короче, вот эта игра мне тоже героев напоминает, но чисто с боями практически, да, и с забафами. Мне нравится, прям прикольно. Я сейчас голову разбивала над некоторыми заданиями, тестов же много, где есть математические задания, в этом выбрать, что пропущено, тупо логически размышлять. Просто ходила полы мыть, хотела прочитать попы мыть. Единственное, что показывает за Q-тест, это то, как хорошо прохватили Q-тест. Да, есть такое. Скажи, дальше продолжаться не может. Няга. Гунаки, не мой. Чуть-чуть осталось. Почти победка. Пища. Купчая. Золото. Дерзкая подвеска. Небольшая антикварная кто-то там. Задание выполнено. Еее. Вернуться в город. Всех, у всех нас лучше 47 зрелов, а в чате от силы 5 челов пердят. Ну, на прохождении игр так часто бывает. Ящик не открыла. Да ладно! Я опять что-то пропустила. Ну, я лох, получается. Ага, себя тупым, смотря на реально умных людей, хотя задним умом понимаю, среднего ума где-то, но это критично, если это помогает сам развиваться. Я себя тоже считаю, то есть, ну, среднего ума человека. Ну, вот, мне кажется, так многие. Есть люди вообще, которые, ну, наверное, есть, да, которые себя супер умными считают. На заднем фоне финального боя есть большой лут. Логично, да. Должно быть. Так часто бывает, такое даже бывает и при довольно высоком онлайне, потому что многие просто молча смотрят, а так делают у некоторых стримеров. Кстати, да, чем меньше онлайн, чем ниже онлайн, тем больше процент активности. Чем выше онлайн, тем меньше процент. Посмотреть на челиков, у которых 3000 онлайн, у них там человек 200, наверное, от силы общаются в чате, то, скорее всего, меньше. То есть, ну что это? Ну, если даже 300 человек, которых тысяч взять, это 10%, ну, типа, это, ну, вот. Давайте зоофобию вылечим. Хотя, знаете, давайте я сначала, наверное, по трактирам всех отправлю, всякое такое, а потом уже буду вот это все, да. Ага, милитарист, Бывает семья, а бывают в ней дети. Главнее детей никого нет на свете. Есть дети, которые всем помогают. Хорошие мамы из них вырастают. Есть дети, которым всегда всего мало. Ну, вылитый папа, так мама сказала. Есть дети, как дети, а есть на диете. Их мамы растят на особой планете. Но все мы несемся на кухню, как дети. Когда на столе нас ждут наггетсы эти. Спасибо большое за полтинник, спасибо, Юринас. Как тебе игра пока? Прикольно, мне нравится. Не скажу, что прям вот супер-мега, если сравнивать с этим. Забыла. Как называлось? Забыла. Где можно было диалогами вся за диалоги держать и на пацифиста пройти. Но вот это тоже хорошее. Мне интересно. Undertale, да. Undertale, вот там меня аж трясло, как интересно было. Миллион каких-то сообщений. А, как мои иллюстрации с Fortnite, офига. Big Boof also do them job. Now this is art. Normal face, nice. Dude, VTF. Я в это в Steam добавила арт свой. Этот комментарий типа. Dude, VTF. Dude. Уже Бубу нарисовать нельзя, сразу VTF. Буба и Буба, чё? Скажи что-то на вампирском.